Проверяем в работе станок для обработки торца импоста граули АКФ-6250. Станок в отличном состоянии. 2007 года выпуска. Установлена фреза диаметром 160 мм. А также на станке присутствует автоматическая подача фрезы. Включаем прижим. Включаем двигатель. Нажимаем на педаль. Отпускаем педаль. Выключаем двигатель. Фреза останавливается моментально. На станке присутствует гидротормоз, что очень важно для обработки алюминиевого профиля, который позволяет настроить плавность хода фрезы. Нажимаем на педаль. Пускаем. Теперь со включенным двигателем. Нажимаем. Цилиндр. Опускаем.